Всем привет, продолжаем играть Mount and Blade, Prophecy of Pandor. Сегодня мы с вами будем развлекаться тем, что будем искать чем себя занять, хотя бы для начала. Да, вынужден выключить музыку, потому что страйки бросает, YouTube задолбал уже, честно говоря. Поэтому мы его отключим, по крайней мере пока, на ближайшее время. Нужно будет подумать, возможно, я просто заменю файлы с музыкой на другие. Тогда будет получше, но получать постоянно страйки тоже надоело. Так, у нас готово к повышению, ребята. Рива, надо будет повысить наемный скаут. Наемный мечник. Угу. Навыки. Езда верхом 2. Интеллект. Хорошо. Езда верхом до тройки добьем. И перевязка. Перевязку добьем. Это 5. Это 2. У меня нет 5 тоже, да? Ну да. Так, хорошо. Сохраняемся. Чтобы в конечном итоге не вылететь, как обычно, в трубу. Меня очень напрягает то, что тут все в цветном, так сказать, варианте. Это сильно меня сбивает с мысли. Лесные разбойники. Демонопоклонники. Вот демонопоклонников я бы поймал. Там 8 человек. Даже если забыть, что их 8, будет их 11 там. Тоже можно с горем пополам. Фермеры. Дезертиры. 140 человек. Охотники. 140 человек, твою мать. Чего вы ко мне пристали? Отстаньте. Так, ну 140 человек это перебор, ребятки. Мы не потянем. То вот, 12-15 демона поклонников. Вот это мы потянем. Так, нам бы еще их догнать на самом деле, этих демона поклонников. И плюс у меня кто-то дозорная. Новобранец. Ну, допустим, дозорную есть смысл брать. Новобранца я не уверен. Слишком долго раскачивать от новобранца до... Три, четыре, у меня 2,9. Блин. Нет, не догоню. Ой-ё. Осторожно. Тут как бы могут в любой момент насесть, ребятки. Так, это свои. Это чужие, но... Хорошо, праздники это хорошо, но не сейчас. Так. Двадцать и один. They're gonna ride you down. Атаковать всеми силами. Плюс к нам присоединились. Хорошо, давайте. Атакуем. Пытаться выбить их, потому что, ну, это не вариант. Можно, конечно, как-то очень печально. Как уже разговоров, конечно. Уровня.
взяли, дальше они будут справляться сами. Так, этого убили. Хорошо, пешие подошли. Кстати, может мы сейчас лошадь подберем, это будет лошадь для нашего помощничка. Есть. Прекрасно. С этим я закончил. Давайте следующие. 18. Прикольно. Не знаю, откуда взялись, но лады. Давайте эти 18 еще перебьем, и будет видно дальше. Так. Давайте ближе подъедем сразу. Единственное, мне не нравится тут в основном конные все. И я пеший бегаю. Бесит. А нет, смотрите, у них пешие тоже есть. А, ну это лесные бандиты. Вопрос снят. Не воины такие. Сколько? Один остался. Все, всех добили. Хорошо, с этими закончили. Давайте пытаться поймать еще кого-то. Беженец забираем. Налетчики забираем. Вор Красного Братства забираем. Инвентарь. Прекрасно. Прекрасно. Лошади есть. Можем забрать. 30 рубящий. Это фигня. Это фигня. Это тоже нам не нужно. Не то. Да твою мать, что такое? Вот. 32. А, не одинаковые, да? Ладно, бери. Этого. Вот эти демонопоклонников бы догнать. Но, зараза. Слишком они далеко. Не успеем мы за ними. Так. Давайте-ка в город съездим, продадим всю ту фигню, которая у нас есть. И заодно что-нибудь прикупим себе. Типа еды. Потому что еды у нас маловато. Так, разные товары. Блин. По идее тоже не самое разнообразное. Кстати, есть тут... Так... Это кто такой? Боже, как его прятать, я не помню. Не то. How can I serve, Herr Captain? Фигня. Well met, Captain. To what do I owe this dubious pleasure? Да, вот. То, что я искал. Того, кому продать всю эту шоблу. Так, хорошо. Отряд, улучшение, секирщик. Еще одна дозорная, еще два новобранца. И пока на этом все. Теперь мое улучшение. Себе я 15 силы накину. Потому что у меня нет вообще толком. И лидерство я взять не могу. Торговля, либо захват пленных. Давайте убеждение возьмем. И арбалет. Готово. Сохраняемся.
опять же, важно сохраняться в таких играх, потому что очень иногда нестабильно работают и просто выкидывают к чертовой бабушке. Знаете, как это неприятно. Так, теперь по поводу отряда. Ну, тут, в принципе, все и так понятно. Я еще так и не разобрался, какие войска лучше куда перекидывать. 592 демонопоклонники. Нормально, блин. 592. Вы вообще адекватные ребята. Вот это неплохо. Я вот это бы повоевал с этими ребятами. Так, а ну-ка. Воры. Вот так будет. This way. Так. Ладно. Хорошо. Так, 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 так. Кто тут у нас? Хорошо. Хорошо. А, по чуть-чуть. Их всех перебили. Да ты умрешь уже или нет? Что за люди пошли в наше время? Даже умирать не хотят. Хорошо, бандит последний. Все, всех убили. Да блин, дерево. Хорошо, мы всех убили. Дальше двигаемся. Благодарим за помощь. Пожалуйста. А что у нас тут? 37, 36, 8. Ну, фигня всякая, которая нам особо не нужна. Странствующие рыцари у нас в почете. Мирное соглашение. Хорошо. Будем знать. Теперь повышение. Секирщик. Наемный мечник. Застрельщик или... Давайте ополченец. Стражница. Новобранец. Давайте ополченец. Ну, то есть со временем, в принципе, у нас все должно получиться. И выйдет неплохой сборный. Бандит. Сестра Мора. Ладно. Это все очень интересно, но сейчас нам бесполезно, особо не будет помощи. Мы уже нашли, к кому прицепиться. Мы к ним прицепились, в принципе, и у них сейчас война ведется. Война ведется с вот этими ребятами. То есть вы прекрасно понимаете, что тут прям... А давайте продлим пока. Пока продлим, потому что, ну, не хочу менять. Такой это я. Местный дурачок. Вот, разбойники. 17 человек. Нам нужно качаться по чуть-чуть, ребята. Потому что у нас слабая компания. Хорошо. Атаковать. Атакуем. Самое смешное, тут даже у бандитов лошади есть. Ну, то есть, знаете, как в прошлой части было? Ты можешь сражаться там с бандитами, у них ни лошадей, ничего нет. А тут у бандитов, блин, лошади есть. В чем проблема? Почему вы тут встали? Я ж вам сказал в атаку. Или я что-то не то сказал?
интересно, это был мой, в меня попал. Нет, это, наверное, не мой в меня попал, а противник, но. А. Все. Завалили. Это был последний, хорошо. Мы по чуть-чуть прокачиваемся, ребят. А, еще один беженец. Давайте его тоже заберем. Инвентарь. 28-27, заберем. Ну, тут все такое фигня, которую особо брать не хочется. Я не знаю по поводу вот этих территорий. Так, сохранимся, посмотрим. Шаман Млистых гор. Хорошо, давайте пораскидываем немножко уровни. Давайте все-таки воин клана Снежного Волка попробуем. 3-1, у меня 2-9, мы их не догоним, наверное. А почему я делаю так урывками? Ждем, когда они подойдут. А вот теперь в атаку. Я помню этих уродов. Как-то я с ними дрался, и они меня убили раза 4. Это было в одном из третьей или в четвертом ролике. Или во втором, я уже не помню. Мне еще приходилось с ними ездить очень долго, чтобы убить хоть одного. Хотя в конечном итоге я таки убил. И освободился. Мне еще понравилось, у них тогда были пленные, которые я себе и забрал. Это единственное, что меня спасло. Как бы пришлось заново начинать игру. Да, это последний был, да? Да, это был последний, шикарно. Хорошо, мы закончили с ними. Что у нас дальше? Ого, монах. Заберем. Налетчик млист. Воины. Нет свободного места. Давайте кого-то выкидывать. Давайте выкидывать новобранцев. Беженец. Стражницы нет. Ополченцы. Сквайр. Пока не знаю, кем они там могут вырасти, поэтому не будем. Так, новобранец-ополченец. Налетчик. Давайте налетчиков заберем. Крестьянин, беженец, пилигрим, крестьянки. Три. Все. Инвентарь. Во-первых, шикарно смотрится. Так, извините, у меня там звонки. Щит очень шикарно смотрится, но он хуже, чем мой, поэтому его мы трогать не будем. Так, плюс 6. У меня тоже плюс 6. Нет смысла брать это. Можно, в принципе, у меня у одной из них. Я не помню, у кого. Вроде как. Нет, не у тебя. Нет, у тебя вот. А, да, мы же ей нашли нормальный шлем. Я и забыл. 27-28, 28-27. Вот так. Ну, нормально. Хоть что-то. Так, тут готово, тут сохраняемся. И вот этого попытаемся догнать. Хотя я не уверен. Орденские рыцари. Так, 67 человек. А, нет, мы их не потянем, ребятки. При всем желании они слишком сильно нас растопчут, просто не заметят. Честно. Сбежал, блин, последний пленник. Ладно. Нет, 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 нет. Компания рыцарей. 30 человек. Твою мать. Ладно. Продолжим мы уже в следующей серии. С них же. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.